Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Меня зовут Юлия Ковертных, мне 25 лет, я из Одессы. У меня есть группа, мы пишем песни в основном о любви. Здесь у меня зима еще дышит, но ты не услышишь. В моей голове планеты взрываются, тебе это нравится. Зайди сюда снова, прочти эти строчки. Не слышу звоночков, не слышу щелчков, но ты не ответишь, а я не избавлюсь от мучительных снов. В Одессе мы популярная группа. За 3 года мы написали определенный материал. Но что дальше? Голос помог многим музыкантам в их творчестве, поэтому я думаю, что голос может помочь нам. Дуже хочется співати, дуже хочется придбати собі новий голос тут. Придбати? Придбати. А можна покупати, я не знаю, нові правила якісь? А... Можна придбати. Да. 3, 2, 1. Ладно, давайте. Там ребята волнуются, не волнуйтесь. Мы пытаемся шутить, чтобы расслабить атмосферу, чтобы не знали, что мы здесь хотим повернуться. Заставьте нас повернуться. We are proud. Individuals living for the city by the flames couldn't go much higher. Oh, we find God and religion. Меня зовут Юля. Я из Одессы, и мне 25. Прекрасно. А скажите, пожалуйста, с кем вы работаете? Я музыкант, я исполняю кавера, и также есть авторский проект. Он называется «Рум-пум-пум». У меня у товарища группа «Пум-пу-рум-пум», так что вы знаете. Серьезно? Может совместно сделать работу, да. «Рум-пум-пум-пум-пум-пум-пум». Да, звучит прикольно. Прикольно. Ну, я вам хочу сказать, любви к музыке хватило, чтобы повернулась прекрасная Сережа и замечательная Тина. Отличная песня. Спасибо, да, мне оно тоже очень нравится, безумно. Просто для меня, вот и для супруги, для моей Снежки, тоже для нас очень, она очень как-то со многим связана. Мы когда даже пришли на танцы с Зеркамой, да, и первый танец был именно под эту песню. Для меня это крик души. Когда я выбирала эту песню, понимала, что это лучшая песня, которую я могу выбрать для себя на этом проекте. Вы все говорите правильно, крик души, совершенно верно. Но вот в самом исполнении, да, не было крика души. Все-таки вы старались ее правильно исполнить и спеть, да? Да, может быть. Сейчас я приду в себя, осознаю это все.
Я беспристрастна к этой песне. Меня развернул ваш голос. Я считаю, что, возможно, эта песня и крик вашей души, и вы ее исполнили так, как вы чувствовали, но вы можете гораздо больше. Это не та лучшая песня для вас. Безусловно. У вас есть очень интересный металл в голосе. Именно поэтому я повернулась, потому что я услышала совершенно другой для вас репертуар. Я увидела вас иначе. И для меня вы совершенно не эта песня. Мы можем найти ваши другие грани и другие интонации. Спасибо большое. Спасибо большое всем за комментарии. Это бесценно. Но я реально не знаю, что делать теперь. Так что до кого піде? До Бабкина чи до Тіни? Кому? Одесса, мама, ближе. Мне будет интересно вас разгадывать, потому что вы не до конца открыты, и вы немножко сомневаетесь в себе. Да? Есть такое дело? Да. Есть такое дело. Вот я вас научу не сомневаться в себе. А я смогу открыть вам другие стороны музыкальные вашего голоса. Безусловно, я тоже могу это открыть. Очень много ваших сторон. Да. Ну, это сложно. Это как выбирать поверьте между мамой и папой. Это вообще, это, конечно, сейчас сложно. Мы с Сережей оба лирики, но... да, только разного жанра. Да. Сейчас вы в шпагате, так называемом, таком мозговом, поэтому примите решение. Реально, вот да, именно значит, это правильная тогда, фраза. Да, а по мозгам я специалист, кстати. Поэтому примите это решение другой частью своей души, я бы сказал. Страшненько здесь у вас. Страшненько, да. Никто не сказал, что буду легко. Представляю, что там. Мне очень сложно. Мне кажется, тут все очень просто. Давайте сделаем, не описывайте свои чувства, сделайте решение. Сложного нет. Подумайте сейчас, возьмите 5-секундную паузу, сходите, закройте глаза. Да, если можно, пожалуйста, да. Да, ух, накаляются страсти. Да вообще, так неудобно сидеть. А теперь ваше решение. Кто? Сергей Бабкин или Тина Кароль? Тина Кароль или Сережа? Тина, Сережа. Сергей, Тина. Я, наверное, выберу... Я выберу Сергея Бабкина. Спасибо большое, Тина Кароль. Почему, наверное? Почему? Спасибо большое. Спасибо. Привет. Вот, поздравляем. Спасибо. Ну, я не плачу. Я никогда не плачу. Будет очень интересно, какой вы станете. И забудете ли вы слово «наверное» у Сергея в команде? И я шучу, я не могу спасибо иначе, да, потому что вот участник из Одессы, да. Спасибо. Спасибо тебе большое. Стараюсь не подвести. Кто? Ты не подвести? Я поставлю. Сюда. Ла, спасибо, что пришла. Это тот случай, когда человек ничего не хочет менять. Здесь все-таки, наверное, угу, слово пока впереди мозгов. Ну, в целом, вокальных мыслей, будущего и так дальше. Наверное. Очень жалко, когда женщины в нашем обществе сомневаются. Но она пошла туда, к одеялу, который ее обнимет. Сережка, он как одеяло. Но тут уже в личная какая-то творческая амбиция моя показать иначе. Даже этому человеку. Какая ты? А Сергея поздравляем. Зацепил ты, Сережа. Зацепил Тину. Тина тебя поздравляла все это время? Можно, чтобы это погромче еще было? Я хотел послушать. Поздравляем Сережу! А еще громче? Да? О! Настроение поднимается.